«Герои среди нас». Под таким названием в Северском музее прошел урок мужества для учащихся кадетско-полицейского класса имени Алексея Бурнаева. Работники музея подготовили для школьников лекцию о подвигах героев Великой Отечественной войны. Познакомили с ценными экспонатами в комнате боевой славы. Председатель ветеранской организации Нина Бакланова рассказала ученикам о службе в милиции и полиции, об ежедневных опасностях и трудностях, стоящих перед сотрудниками внутренних дел. Девять действующих сотрудников отдела МВД по Северскому району награждены правительственными медалями за охрану общественного порядка, за спасение погибавших, за отвагу. В завершении встречи Нина Бакланова пожелала школьникам проявлять активную жизненную позицию и быть достойными гражданами своей страны.